Добрый день, уважаемые партнеры! Сегодня хотелось бы ответить на ваш вопрос по оплате заказа. На данный момент в нашем приложении доступны два варианта. Это оплата наличными и оплата онлайн. Если ваш фотосалон предоставил нам расчетный счет организации, он подключен к онлайн-оплате. Чтобы узнать, как клиент оплатил заказ, необходимо обратить внимание на его статус. Если заказ пришел в статусе «Оплачен» и вы видите рядом иконку карты, соответственно, заказ был оплачен через приложение онлайн. В этом случае деньги поступают на наш расчетный счет, и мы переводим их вам в отчетный период. Более подробно об этом вы можете узнать во вкладке «Помощь». Если заказ будет оплачен наличными в фотосалоне, то заказ приходит в зеленом статусе «Оформлен», и здесь вы видите значок денежек. При нажатии на сам заказ, тут также дублируется тип оплаты. Здесь, как видите, безналичная оплата, и здесь оплата при получении. Каждый месяц с 1 по 5 число вам на почту приходит отчет, в котором указан доход вашей организации с нашего приложения и наша комиссия. Все выплаты мы производим в отчетный период, это с 1 по 5 число каждого месяца. Также сейчас хотелось бы ответить на самые распространенные ваши вопросы. Первый из них – это стоит ли печатать заказ без оплаты. Здесь решаете вы, но мы советовали бы вам не печатать заказ без предоплаты, так как клиенты бывают разные и, к сожалению, не все ответственные. Если вам пришел небольшой заказ, вы можете его распечатать по факту оплаты в фотосалоне, но при этом необходимо будет связаться с клиентом, предупредить его об этом, так как все фотосалоны работают на разных условиях и клиенты об этом не знают. Второй самый распространенный вопрос – это как отменить заказ. Если у вас возникла необходимость отменить заказ, вы пишете нам на почту номер заказа, краткую информацию, почему его следует отменить. Мы связываемся с клиентом, уточняем детали. Если действительно возникает необходимость отменить заказ, мы его отменяем, и с этого заказа процент вам не идет. Также хотелось бы напомнить, что срок исполнения заказа должен укладываться в 2 рабочих дня. Если вы понимаете, что вы не можете уложиться в этот срок, вам требуется больше времени, то необходимо будет связаться с клиентом и уточнить, насколько срочен заказ. При договоренности с ним вы можете продлить срок исполнения. Контакты клиента всегда доступны либо в уведомлении, которое вам приходит на почту, либо также в подробном информации о заказе. По всем вопросам вы можете обращаться в раздел «Помощь» и найти там на них ответы. Если вдруг на ваш вопрос ответы там вы не находите, то можете написать нам на почту, и мы в кратчайшие сроки вам ответим. Всем хорошего дня, до свидания!